Роза, The Dark Lady, Остина. Вот такая махрушечка. Помпон, напоминающий древовидный пион. Очень легкий, воздушный бутон. Красиво в распуске, вот такой пышный. Аромат стоит, источает прям парфюма розы. Вот такой красотка. Вкус раскидистый, шикарный, широкий. Веточки такие жидковатые, но держат вот такие красивые бутоны. Но бутоны легкие, легкие, воздушные. Куст прям усыпан такими бутонами. Веточка тяжелая, выдерживает почти 7 бутонов таких мощных, красивых. Очень красивый, да, особенно в вечернее время. Переходит в другой цвет от темно-розового малиновый. Такие бутоны, такой шикарный кустик. Очень красивая роза, очень. Быстро выпускает бутончики после срезки и начинает цвести повторно. В общем, цветет до самой осени, выпуская свои бутоны. При распуске имеет насыщенный такой темный малиновый цвет. Поникающие веточки, да, но это и нисколько ее не портит, нисколько не искажает кустик. Для посадки, для сада это очень красивая роза, ароматная. Такой раскидистый кустик у нее получается. Хорошо в подвязке, если ее скомпоновать плотнее. А так ложится, поникающие вот такие ветки на ней. Ой, красавица, красавица. Такие шарики.